Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Здравствуйте, садоводы-огородники. Я рад вас приветствовать в новом году. Врачи говорят, если хочешь оставаться долго здоровым, занимайся тем, что тебе нравится. И одно из занятий, которое мне очень нравится, это сеять семена, выращивать растения, наблюдать за ними, ухаживать, собирать урожай, изучать этот урожай и, конечно, что-то вкусное из него толковое готовить. Это мое одно из любимейших занятий. И, конечно, я этим буду заниматься и в новом 2021 году. Именно по этой причине я продолжаю наш YouTube-сериал, который называется «Негламурный огород», который мы в 2020 году начали с высадки рассады в открытый грунт, когда выращивали томаты открытого грунта вместе в весь сезон от высадки рассады до уборки. Все вам показывал, рассказывал, как в «Звездных войнах» получилось, что я его начал с середины, а теперь приквел, да? Начнем разбираться с негламурным огородом с самого начала. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен вопросу, какие же томаты являются наиболее продуктивными. Вопрос совсем даже не праздный, потому что многие из нас выращивают томаты именно ради высокого, хорошего, богатого урожая. Именно такой нас и радует. Конечно, я, как и многие, тоже зачастую использую какие-то сорта, там «Искры пламени», например, «Черничный десерт», какие-то черные, экзотические, ребристые, длинненькие, там всякие разные. Ну, это не только потому, что мне нравится выращивать разные сорта, но еще потому, что я немножко с детьми, с ребятами, которые занимаются в республиканском центре, скрещиваю их, показываю все разнообразие, ну все невозможно показать. Томат по разнообразию сортов может посоревноваться с фасолью и с многими другими культурами, растениями, у которых огромное количество, огромное морфологическое, вот это внешние признаки, разнообразие просто колоссальное, у томата в том числе. Ну и конечно, мне всегда радостно иметь несколько растений, с которых я буду собирать большой-большой урожай, они должны быть и вкусные, и очень урожайные. Потому что, в конце концов, самое главное что-то съесть оттуда, из этой теплицы, чтобы было вкусно. И поэтому давайте разберемся, какие же сорта являются наиболее продуктивными. Среди сортов томата основное различие между сортами, касающимися продуктивности, это, конечно, будут эти томаты высокие, индетерминантные, они преимущественно предназначены для теплиц, и низкие, детерминантные кустовые. Детерминантные кустовые томаты, кустовые с законченным ростом, они, как правило, более раннеспелые и, как правило, выращиваются в открытом грунте. Детерминантность означает, что рост стебля заканчивается цветочной кистью. Выше, дальше он уже не растет. Именно поэтому урожай с таких растений весьма ограничен. Растения высокие для теплиц, индетерминантные, будут расти так долго, как только вы создадите им благоприятные условия. На самом деле в производстве томаты могут вырастать и 5, и 6 метров, и даже больше. Целые томатные деревья могут вырастать. Совершенно обычная нормальная ситуация. Конечно, урожайность каждого растения будет очень и очень высокой. И в группе детерминантных сортов, то есть низких для открытого грунта, и индетерминантных сортов, высоких для теплиц, безусловно, можно найти более урожайные и менее урожайные. Один из важнейших факторов, который влияет на количество плодов, которые вы можете снять с растения, это, конечно, скороспелость. Я больше 20 лет своей жизни посвятил изучению влияния различных внешних и внутренних, то есть генетических факторов, которые влияют на продуктивность, на урожайность растений. Есть один важный принцип, который соблюдается у большинства сельскохозяйственных растений однолетних цикла выращивания. Чем более скороспелое растение, тем меньше у него урожайность. Чем более позднеспелый сорт или гибрид, это то же самое, тем
больше вы можете снять с него плодов. Это естественно, потому что благодаря наращиванию в течение длительного периода времени большой вегетативной массы, растение может обеспечить питанием будущие плоды. Ведь с того момента, как завязывается первая кисть, растение уже нарастает не так бурно, вегетативная масса нарастает не так сильно. И именно по этой причине количество вегетативной массы листьев, вот толщина стеблей, все это будет так или иначе влиять на то, насколько урожайным будет сорт. Поэтому, если вы хотите получить много плодов, урожайные сорта подобрать, подбирайте сорта более позднеспелые. Если же вас волнуют другие параметры, там вкус, цвет или возможность уйти от фитофторы, то тогда, конечно, выбирайте более ранние сорта. Как в группе, которые выращиваются в открытом грунте, то есть кустовые, так и в группе, которые выращиваются в защищенном грунте, то есть длинные, индетерминантные. Но вы должны осознавать точно, что если вы хотите получить очень ранний урожай, увести его от фитофторы, вы можете получить и в два раза меньше плодов, нежели чем по сортам, которые вы, конечно, выберете более позднеспелые. Но тогда вам придется потрудиться над защитой от целого комплекса болезней. Взвесьте, что вам важнее, и сделайте на этой основе правильный выбор сортов. Среди множества сортов, которые я уже испытал, и они мне нравятся в качестве высокопродуктивных, я могу точно назвать гибрид Халай. Он мне очень нравится, из года в год дает очень хороший, стабильный урожай. Томаты вкусные, по консистенции достаточно плотные, не жидкие, да вполне ароматные, удовлетворяют меня по вкусовым качествам, а я весьма придирчив в отношении вкусовых качеств томата. И в то же время дают очень красивые выровненные плоды. Также мне очень нравится гибрид белорусской селекции, который называется «Бум». Это достаточно раннеспелый томат, но он очень пластичный, он очень легко приспосабливается к разнообразным условиям. Оба эти томата для защищенного грунта, для выращивания в теплицах. Все остальное разнообразие, которое у меня есть здесь, вот на столе, да, этих томатов, это все томаты, которые я буду испытывать в 2021 году впервые. Ну, я вот отдал предпочтение такой фирме KLM. У нас в Беларуси такая фирма есть. Она является агрегатором. Она фасует семена различных производителей, преимущественно голландцев Biozadon и Syngenta. Но есть и некоторые другие. Среди многообразия сортов также есть так называемые полудетерминантные сорта для выращивания в защищенном грунте. Полудетерминантные сорта как раз подходят для тех теплиц, которые не очень высокие. Потому что для тех теплиц, где высота теплицы ограничена, высаживать слишком высокие среднеспелые и поздние сорта не очень-то выгодно, потому что они упираются в крышу и все равно не реализуют тот потенциал продуктивности, который в них заложен. Поэтому, если у вас поликарбонатная теплица с высотой примерно 2-30, вот такая вот высота, да и у нее еще закругленные сорта, бока, то выбирайте, конечно же, сорта полудетерминантного типа. Они формируют 7-9, ну до десятка кистей, что более чем достаточно для получения хорошего урожая. Детерминантные сорта для, значит, вот здесь они у меня для того, чтобы выращивать в открытом грунте. Индетерминантный высаживайте по серединке вашей теплицы, если она закругленная, арочная. Ну и если у вас высокая теплица, там до 3 метров, например, высотой, или вы можете петлями укладывать стебли томата вниз, то в этом случае, конечно, вы можете отдавать предпочтение более поздним, среднеспелым, среднепоздним сортам индетерминантного типа. Конечно, в каждой группе спелости имеется большое разнообразие также по
по продуктивности, да, то есть можно выбрать средние, среднепоздние сорта или гибриды и среди них выбрать наиболее продуктивные. В этом вам поможет только малое локальное сортоиспытание, которое каждый огородник делает у себя в огороде. Потому что кроме того, как вы испытаете все разнообразие сортов, ни один блогер, никто вам никогда ничего не посоветует, потому что всегда у нас есть микроусловия, всегда у нас есть какие-то особые условия в каждой персональной теплице, которые позволяют или не позволяют проявиться тому потенциалу продуктивности, который селекционером заложен в каждый конкретный сорт. Но общие принципы вы должны понимать. Если вы хотите получить ранний урожай и не возиться с фитофторой, выбираете ранее спелые, но они точно будут более низкопродуктивны. Если вы готовы потратить время и силы на борьбу с болезнями, с фитофторозом и другими, и в то же время настроены получить такой вау урожай, то, пожалуйста, выбирайте среднеспелые и среднепоздние гибриды. Если теплица у вас высокая, если теплица у вас невысокая, отдайте предпочтение полуиндетерминантным сортам. И в таком случае дальше можно будет тратить усилия на то, чтобы агротехническими мероприятиями, о которых мы будем много-много-много еще впереди говорить, добиться полной реализации потенциала продуктивности ваших растений, которые вы выращиваете. Скороспелость сорта крайне важна для того, чтобы правильно запланировать сроки посева. Стоит ли сеять в январе? Стоит ли сеять в феврале? Стоит ли сеять в марте? Однозначного ответа на этот вопрос, как во всем сельском хозяйстве, безусловно, нету. И мы порассуждаем с вами очень скоро в нашем следующем выпуске. До встречи!